Всем здорово, мужики! Рад приветствовать вас на своем канале The Best Game. Продолжаем великого и могучего Ведьмака 3. Напомню, играем со всеми дополнениями. Будем, короче, до талого отыгрывать Геральта из Ривии. Короче, гайс, тащим-то действуем по ранее оговоренному плану. Значки вопросиков закрываем. Так, давайте, наверное, вот это еще прикроем. Найс. Так, погнали. Где плотвенька? Плотвенька. Родная моя, верная моя. Так, блин, нам бы неплохо к ста помедитировать. Во-первых, да? Что-то я поторопился. Так. Так. Понял. 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 Ну, как вы уже догадались, я по традиции не посмотрел горячие клавиши. Поэтому ща просто тыкаю, короче, наугад, пацаны. О, медитация. Медитация N, надо запомнить. Так, до утра. До утра медитируем. Отлично. Помедитировали знатно. Давай, поднимайся, Геральт. Вставай. Вставайте, граф. Вас ждут великие дела. Так, поскакали. Поскакали. Очередной знак вопроса. Очередные леса, поля и прочая херня. Так, плотва. Ну не тупи. Давай, 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 родная. Давай, давай. Во. В поле спят мотыльки. Уж свернулся у реки. Чуть в хату не влетели в чью-то. Ага, понятно, блядь. Здесь тупик. Так, найс, какое-то говно там. Давай. Давай, Геральт. Ё, медведь, бля. Подяну его нафиг, а, Геральт? Ох, нихрена себе. Да не, должны завалить, пацаны. В поле спят мотыльки. Уж свернулся у реки. Миша, прости. Прости, Мишка. Но тебе ГГВП. Маша будет по тебе скучать. Так, ну это был еще не знак вопроса, на самом деле. Так, меч спрячь. Спрячь свой меч. Блин, опять эти горы какие-то тут. Так, плотва застревает в скале, но с ловкостью кошки, так сказать, выбирается оттуда. Так, гнездо чудовищ, понятно. Нанкеры опять эти уроды, блин, моральные. Ох, 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 как они валят, а, пацаны? Как они валят? Офигеть. Ну да, они такие ублюдки конченые вообще. А мы после Мишки не засейвились. Зря. Это было зря. Но нанкеры, конечно, разбирают. Просто как ребенка меня. Черти вонючие. Ничего-ничего, пацаны. Придрочимся, я уверен. Так, ну давайте медитируем. Так, до утра. Медитируем до утра. Найс. В поле спят мотыльки. Плотва. Пойдем, пора гасить этих нанкеров, вонючих ублюдков, блин. Не, они реально нозящие черти. Просто кончелыжники какие-то. Ну ничего, ничего, пацаны. Геральт из Ривии совсем справится, я уверен. Это вам не какой-нибудь, блин, Линкольн Клей, который захватывает районы и больше ничего не умеет, кроме этого. Это Геральт из Ривии, мать вашу. Так, плотва. Ну давай, скатывайся, раз уж начала скатываться, давай. В поле спят... Мотыльки. Так, ну-ка давай-ка чекнем, что здесь. А здесь ничего, да?
Блин, мы даже зайти туда не можем. Нет, чё-то есть. Чё-то есть, пацаны. В поле спят мотыльки. Блин, тема главного меню привязалась. Уж свернулся у реки. Геральт застрял. Так, всё, нанкеры идут. Давайте, черти базарные. Может, ты достанешь меч, а? Ага. Давайте, уроды. Come to me, yo. Наверное, огнем. Бля, пиздец, разваливают. Нехорошо. Ох, как нехорошо, Геральт. Пиздец, я отлетаю просто вообще на раз-два, пацаны. Так, по ходу дела на этих нанкеров нам еще рановато нападать. Чё-то долго грузит. Блин, все-таки запускать параллельно процессы какие-либо и играть в игру не есть хорошо для компа. Так, ну что, медитируем опять, гайз. Чё, куда деваться-то? Пока что нас разваливают, потому что мы бомжи. Буль-буль, карасики. Ну, чё там у нас еще? Ну, давайте вот сюда, чё. Тут явно какие-нибудь бандиты или еще какие-нибудь черти базарные. Попробуем. Попробуем их развалить. Да. Пока что все не очень хорошо, гайз. Пока что нас разваливают. Надо, короче, масло против них и посмотреть там, что, какой знак там на них действует. Какое заклинание. Ну, я имею в виду против этих нанкеров вонючих. Ублюдонов. Да, здесь, наверное, какие-нибудь бандосы засели. Где тут вход-то вообще? В эту обетовальню. Кругом, блин, висельники. Так, погнали, Геральт. Так, давайте-ка засейвимся. Ну его нафиг, короче. Окей. Погнали. Поле спят. Да, бандосы, пацаны. Гаси. Ну а с другой стороны, бандосы не не нанкеры вонючие, так что. Может, нам и повезет. Нифига тут лута. Привет, ребята. Что-то ребят-то и нету. Никто не встречает меня. Ну ладно. Я не гордый. Продолжу просто лутать. Да и все. Так, лутаемся, пацаны. Сталкаем. В лучших традициях одноименной игры. Коза. Ох, ни хрена, там их дохерища, пацаны. Так, ладно, пацаны, погнали. Чё ты там про жопу мою сказал, урод, блин? Ух ты, какой мощный, а. Ох.
Что за фигня? Так, нормально развалили, гайс. Нормально. Только у нас меч, по ходу дела, подизносился слегка. Ну ничего, ничего, все починим, пацаны, все починим. Когда-нибудь. Ты своей жопой займись для начала. И голосом. Ну хотя у меня голос куда хуже. И у нас перегруз, да? Дохренище налутали. Так, пу-пу-пу. Чё там, мечуха на, да? Да, мечуха на. Меч Марибора. Я думаю, просто заменить его чем-нибудь. Да особо-то и нечем, кста. Может, топором, а, пацаны? Как вы считаете? Попробуем? Давайте попробуем, гайс. Топориком их разваливать. Что-то нет никого. Или они там где-то наверху? Ладно, давайте. Лутаем дальше. Ох, надо будет потом куда-нибудь... Надо будет потом куда-нибудь в деревню съездить, в какой-нибудь колхоз, там распродаться. Денег заработаем. Уи! Снарягу починим. Жизнь-то налаживается, гайс. Так, надо, кстати, это... Закусить чем-нибудь. Водичкой, например. А то что-то мы повреждены. Вы что там орете, дебилы, блин? Так, и надо засейвиться, наверное. Но эту локацию по-любому надо закрыть. Раз уж мы сюда пришли. Так. О, бежит, бежит, пацаны. Бежит, бежит. Но он сейчас пока добежит, мы уже тут облутаем все. Орет что-то там. Дебил. Так, бежит, 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 пацаны. Сейчас мы вжарим по нему. Ать! Как тебе такое? Ах ты, сука. Ну, сколько мне еще ждать? Ох ты, ох, как он хорош, а. Но я-то лучше. Так, ну что там с него? Можно что-нибудь лутануть-то? Видимо, чуть-чуть я. Или что, он бомж? Ну хотя, что с него лутанешь, блин, в трусах прибежал? Дегенерат вонючий. Так, ну мы серьезно перегружены уже, я так предполагаю, да? Прям очень серьезно. Но будем лутать, пацаны. Заберем отсюда все вообще. Все, что можно. Все, что сможем. Портянки чьи-то сушатся. Вот такой он, средневековый быт простых бандитов. Да блин, Геральт. Спирт. Поджечь. Взять ничего нельзя, да? И... Так, здесь тоже все пусто. Ну, не так уж их и много было на самом деле. В принципе, справиться можно было. То есть даже мы на своем бомже уровне затащили, как вы видите. Затащили, пацаны. Жалко, что бегать не можем. Это обидно.
Так, чё тут, чё-то есть еще. Охренеть, сколько спирта. Так, тихо, там что-то еще было. Спирт просто жопой жуй. Упьемся нафиг в дробаган. Угу. Так, тут ничего нету, да? Мы что, наверх поднялись, что ли? Я что-то не понял. В натуре, пацаны. А как мы наверху оказались, йоу? Что-то вот это я сейчас не въехал как-то. Так, нам надо вниз, пацаны. Мы, получается, просто ее вокруг обошли, да, эту яму. Так, давай-давай, Геральт, пойдем. Пойдем. Там еще есть кого развалить. Для Ведьмака есть работа еще. Так, надо закинуться чем-то, да? Водичкой. Водичкой закинемся, пацаны. Это чтобы было светлее. Хлебушек. Неплохо. Блин, просто вот реально как нищеброды. Подбираем абсолютно все. Так, ну вот. Хоть какой-то чертеж нашли. Эх, что поделать. Ведьмак и есть нищеброд пока что. Да ничего-ничего. Мы заработаем и деньги, и славу. Все в наших руках. Найс. Так, что-то дегенератов я больше не вижу. А вообще локация закрылась? Да, локация закрылась. Ну, то есть можно отсюда со спокойной душой уходить, получается, да. Эх, дядьки, дядьки, зря вы на Ведьмака, блин, начали залупаться, бычить. Знали ведь, что это добром не закончится, пацаны. Нет же, блин, все равно быковали что-то. Что-то там хотели. Что-то там, иди сюда. Ну, вот результат. Валяетесь теперь черные. Обгоревшие нафиг. Угу. Так, а это что за вход? Еще и в какую-то пещеру, по ходу дела, можно зайти, да? Нет, нельзя. Или что, или знаком ее сшибить. Аардом. Нет, знак тоже не работает. Ну все тогда, чё, погнали. Тогда погнали, пацаны. Блин, еще здесь что-то есть. Ё-моё. Офигеть, лута. Просто реально жопой жуй. Ну это хорошо, гайс. Лутецкий нам нужен. Лутецкий нам нужен. Так, ну здесь мы были. Угу. Ну все, валим тогда, чё? Там вроде еще наверху должны были враги остаться. Но это не точно. Нет, кто-то есть. Внизу кто-то есть. Да поди в жопу они идут. Типа здесь где-то. Ну мы там все обошли. В пень дырявый. Пошлите, пацаны, на выход. Ну, я надеюсь, мы, блин, а если не все собрали, то, по крайней мере, максимально затарились. Ну и ветер. Ну да, дует ветерок. Чё. Дует.
Так, нас там кто-то на выходе ждет, походу, пацаны. Я уже очкую. На всякий пожарный засейвимся. Нет никого. Чё за фигня-то, блин? Чё это за глюки такие? Я понял. Да, это хреново. На плотву сесть не может. Так, а быстрым перемещением может воспользоваться? Может, прикиньте. Так, деревня Яворник. А нахрена она мне, эта деревня Яворник, блин? А больше я никуда и не могу переместиться. Да? Да, да. Так, рассадник чудовищ. А рассадник чудовищ как-то тоже уничтожать надо? Интересно. Но мы пока не можем никуда переместиться, кроме деревни Яворник. Давайте туда пойдем, чё. Мы даже на плотву не можем залезть, потому что забиты лутом, дальше некуда. Не зевай, баба. Где тут у вас какая-нибудь корчма или еще что-нибудь? Зевает. Бабка, чего уставился? Ее сразу в лес за хворостом посылают, чтобы ее там чудище сожрали. Так, корчма у вас где, добрые люди? Так, это хата чья-то явно, да? Ну да. Нам бы распродаться, эй, господа. Йоу. Где корчма у вас, уроды, блин? Так, ну вот доска объявлений. Наверное, где-то в этом районе и корчма должна быть. Я так понимаю. Раз там доска объявлений. Мне жалко выбрасывать лут. Ой. Ой. Как ты выглядишь? Да, на тебя бы столько нагрузили бы. Блин, надо пушку убрать. Чё там мы? Ещё бы миску молока через порог. Тогда мороки точно бы не вошли. Этот аж побледнел от голода. Так, доска объявлений. Давайте сорвем все это дело. Так, канун дядов. Несчастные души, неупокоенные души, голодные, усталые и испуганные. Скоро они появятся среди нас. Мы вырежем им посохи, дадим поесть, мы их напоим, мы их отправим на тот свет пением, молитвой и заклинаниями. Готовьтесь, люди. Окей. В корчме на распутье плати новиградскими кронами. Других денег не принимаем, в долг не отпускаем. На товар, еду и напитки не меняем. Если кому нравится, пусть идет жрет желуди. Хм, понятно. Так, люди добрые, я накормила своих голодных детей блинами из желудевой муки. Уже 3 дня они лежат и не могут встать, живот у них скрутило. Они только рвут и плачут. Если знаете, как им помочь, зайдите в мою избу. Отблагодарить нечем, кроме как теплым словом и молитвой. Веслава. Так, одинокая бабенка с прицепом, надо зайти обязательно. Это работа для ведьмака. Крики в лесу слыхать далеко, в чаще всегда густая тень. Лучше, дитя, не ходи в темный лес, а то дикий зверь тебя съест. Окей. Люди добрые, вчера наш Фалибор умер, мы не можем похоронить его как следует. В доме нет ни белой сорочки, ни полотна на саван, ни досок на гроб. Если можете чем-нибудь поделиться, помогите, пожалуйста. Если мы не проводим его на тот свет, как положено, он обидится и будет приходить к нам. На слава. Так, еще одна баба, но это, судя по всему, без прицепа. Так что надо зайти, пацаны. Надо зайти. Есть, в общем, есть работа для ведьмака. Мата видала покойницу. Так. Лежала спокойненькая. Я, честно говоря, не понял, где находится корчма на распутье. Тайник. Я так думаю, вот здесь, да? Ну ни хрена до сюда тяпать. Бля. А, вот она, вот она, все, у нас же, блин, есть здесь метка, я чё туплю-то? Слушайте, ну пошлите, а чё делать? Не, ну а куда я весь этот лут дену? Ну чё смеяться-то? Горлом разорванным. Пошли. Теперь его капельки. Остля, вы должно быть рада.
Сейчас полюбуемся игрой во всей ее красе, гайз. Просто во всей. Так, сколько у нас там лута вообще? Мы что-нибудь на плотвочку можем скинуть? Так. Плотва. И че? Сумки. А у нее сумок-то нет на плотве. Ни одной сумки. Так что, соответственно, и скинуть на нее мы ничего не можем, да? Я правильно же понимаю? Скорее всего, да. Я ничего не оставлю. Мне насрать, я пойду пешком, мне пох. Я еще и здесь сейчас подлутаюсь. Будем идти, пацаны. Будем идти. Ходьба! Ходьба! Я знаю, что я там набрал просто всякой хрени, которая вообще нахер, наверное, не нужна. Но это мое, я не брошу. Это мое, пацаны. Ну, по крайней мере, он прыгать может. И то хорошо. Сейчас здесь напрямки пройдем. Я думаю, по Шурику. Ходьба. Ходьба. Травки пособираем заодно. Не мошните, короче. В хозяйстве у ведьмака всегда недостаток чего-либо. Поэтому собирать надо абсолютно все. Смотрите, птички летают. Красота, да и только, пацаны. Игрушка все же красивая. Невероятно красивая. Даже в 2021 смотрится, ну, просто, просто на 5 баллов. шагов еще, пацаны. Я уже вижу строение. Скоро мы будем на месте. Главное, чтобы какое-нибудь говно на нас не напало. Так, я уже вижу это говно. Вон оно справа на мини-карте. Постараюсь не столкнуться с ним. Геноция какая-то. Геноцвалили. Ходьба. Блин, нам повезло, что быстрое перемещение работало. Иначе бы мы дня три, блин, реального времени шли. Ох, чё-то какое-то говно появляется, пацаны. Это нехорошо. Либо дикие собаки, либо волки. Гавкают там, слышите? Но вроде пока не нападают, это радует, конечно. Это радует, гайз. Ой, блядь. Сука, давайте вплавь. Там эти, блядь, нанокены или как их там, манекены, блядь. Я дремал, копал их. Так, надо бы засейвиться к 100. Там мы столько прошли, и нас сейчас просто вынесут на раз-два. Попробуем вплавь, пацаны. Добраться. Мы уже так близко, не хочется. Не хочется, гайс. Так, давай, дружище. Поплыли. Давай. Пошел. Но там тоже какой-то враг на миникарте отображается, но вроде все окей. Он нас не заметил. 55 шагов, пацаны, 55 шагов. Совсем чуть-чуть осталось. До победы. Опять какие-то дерьмоеды там вылезли, вон.
на мини-карте. Это же враги, я правильно понимаю, красным отмечены? Но почему они тогда исчезают? Я что-то вот это не отдупляю. Не могу отдуплить. Может, я ошибаюсь просто. Так, ну, мы на месте. Корчма на распутье. Че это такое? Почитать. Пропала Тамара Стенгер, дочь кровавого барона. Возможно, похищена. Богатое вознаграждение любому, кто найдет или приведет ее. Окей. Так, ну что там орем? Че там орем? Сейчас ведьмак придет, разберется. Че за крик там? Новая отметка, доска объявлений. Быстрый переход, отлично. Так, ну давайте посмотрим, что здесь есть у нас. Предупреждение, люди добрые. Не если где в лесу увидите, что ветки украшены всякими вкусностями, пряниками, яблоками в меду, колбасками и пирожками, то как бы у вас ни бурчало в брюхе, хоть бы вы с голоду помирали, не трожьте. Кто их попробует, к живым уже не вернется. Понятненько. Так, ну это уже было. Так, это непонятно. Это понятно. Разыскивается Микель. Брат мой родной, Микель пропал. Кто его найдет и целого домой приведет, или же узнает, что с ним случилось, тому денег на награду не пожалею, и барону словечко за того замолвлю. Найти меня можно у корчмы на распутье, Бруно. Так, ну вот какой-то молодой человек, без прицепа, судя по всему. Надо зайти. Так, канун дедов, это понятно. Так, ну давайте. Как говорится, все дороги ведут в корчму. Блять. Но я их все пропустил, судя по всему. Так, заказ пропавший брат. Да, мы уже там нахапали этих заказов. Херову гору. Пропала. Анна Стенгер, жена кровавого барона. Возможно, похищена. Того, кто найдет ее или скажет, где ее искать, ждет высокая награда. Отлично. Еще один плакатик. Давайте подойдем, посмотрим. Зыркнем. Тамара Стенгер, дочь кровавого барона, возможно, похищена. Богатое вознаграждение любому, кто найдет или приведет ее. Ну, подбираемся, да, подбираемся мы к кровавому барону. Потихонечку. Так, здравствуйте, господа. Я еще одного человека. Зовется Гендриком. На кой он тебе? Дело есть. Дело? Дай бутыль жонки. Да, я тоже тут жёночку пью, пацаны. Так, ну все, сейчас кто-то ворвется, я чувствую. Текай отсюда, я черный вход открою. Че это? Гости? Гости приехали. Что за люди? Корчмарь! Боки! Это кто? Храбрый, видать, вояка. Два меча навесил. Да уж тебя-то размотаю, утырок. Эй, седой, на что тебе два меча? А в штанах он два хера держит. Ты, сука, глухой? Скажешь, кто ты такой есть? Или тебе язык ножом разрезать? Так, слушай, дядь, я тебе башку сейчас отрублю. Давай, Геральт, соберись. Я ведьмак. Ведьмак. Спрашиваешь, зачем мне два меча? Один для чудовищ, другой для людей. Член у меня один. Трожь его. На него глядеть-то нельзя. Он похуже прокаженных будет. Да, валите, мужики. Видал я одного такого. Полдюжины людей порубил. А я спокойно буду пить жжёнку. А сам не почесался. От него трупами смердит. Если желаете отдохнуть на моем постоялом дворе, Милздарь, пожалуйте за мной. Покажу вам лавку. Спасибо, Милздарь. Ага, это бандиты, да? Ну-ка, давайте еще подперетрем с ними. От тебя мертвяками воняет. Проваливай. Что такое, приятель? Да так. За жизнь хотел поговорить. Если ты людской речи не понимаешь, так я тебе железом объясню. Не, ну... Блять.
Я только хотел сказать, что, короче, здорово, что удалось избавить, так сказать, ну, избежать конфликта. Ни хрена конфликта избежать не удалось. Ну, они все равно были бандиты, это меня несколько успокаивает на самом деле. Ну, все-таки бандюганы паршивые. Так что, не жалко, короче. Я думаю, что мы только сделали доброе дело. А, еще один, да? Ладно. Ох, нормально раздал, нормально. Ни хрена у него там, блин, кувалда. Ну, пацаны, сорян, но вы сами напросились, серьезно. Так, а вы теперь чё? Блин, там какой-то дегенерат еще бегает. О, блин. Вот реально, хоть переигрывай. Сука. Найс. Все, я вареников поел, мне вообще по барабану нафиг. Я мощь. Сама мощь. Так, где еще один? Отлично. Так, я так понимаю, теперь корчмарь меня нахрен пошлет, да? Ну, блин, чуваки, я вас избавил от бандитов, реально. Я очистил ваш маленький поселок уютный. Не бойся, корчмарь. Знаешь, что будет, как барон разузнает об этом побоище? Вырежет всю округу. Никто про чужака-мутанта слова сказать не успеет. Барон цацкаться не станет. Где Генрик? Не понимаешь, что ли, о чем я толкую? Барон такого не простит. Да перетру я с бароном. Твой барон не идиот. Не подумает же он, что мужики голыми руками положили его людей. А, это его люди. Так где Генрик? Блин. Сорян тогда, он барон. Он живет в селе Вересковке. Не знаю. Где это? За пригорком. Утру зарево там полыхало. Может, им перцы напали. Угу. Так, что ты знаешь? Кто такой Генрик? Странный он мужик. Пришел неведомо откуда, не понять зачем. Пригрел при себе вдову. У ней мужа за кусок хлеба забили. Стал с ней жить. Угу. Люди барона чужих не любят. Он им дороги не переходит. Всегда знает, когда они явятся, и тут же пропадает. Спасибо, корчмарь. Выйди черным ходом. В деревне бароновых людей еще больше. Обо мне не беспокойся. Да. Не хочу я нам новых хлопот. Да ладно, что ты начинаешь-то? Так, чувак, ну а что с тобой? Вам... Поторговать-то можно? Во, почему барона называют кровавым? Почему барона называют кровавым? С этим наверняка связана какая-то история. Когда он еще был солдатом, ему приказали занять красильню, в которой засели нильфы. Другой бы, может, взял их измором, но барон человек вспыльчивый. Тут же и ударил. Так, пацаны, сорян я. Черные покурякаю сдались, маленько. Барон их взял живьем. Но кто-то разбил чан с так красной что, краской. Извините за звуки. И все посторонние. Вылилось в реку. Потом люди говорили, что река кровью окрасилась. Потому как барон всех вырезал. С тех пор и прозвали его Кровавым. Понятно. Ирония судьбы. Еще какая. Ну, недели раньше на Малом острове барон и правда устроил резню. Только об этом мало кто говорит. Окей. Так, давно он здесь правит? Барон же не местный. Темерец, но не отсюда. Говорят, он дезертировал вместе с войском. Однажды заявился сюда со своим отрядом. Должно быть, надоело им скитаться. Занял замок старого владетеля,
и стал господином во Вроницах. Я думаю, как черный здесь обоснуется, то оставят Вроницы ему, и станет он настоящим бароном. Угу. Так а если он тимерец, блин, то... Не дадут ли ему черные нагоняя? Так, я бы выпил что-нибудь. Я бы что-нибудь выпил. Что у вас там есть? Блин, да у него денег ни хрена нет, он бомжара. Что-то ему даже продавать-то ничего неохота, пацаны. А я так понимаю, ему ничего и нельзя продать, да? Кроме жратвы. Эх, картишек бы я у него прикупил. Картишек-то бы я у него прикупил. 50. Аренов или чего там, блин. Ну да. Ладно, вернемся. Я надеюсь, что у него еще будут эти картишки. Прощай. Прощай. Так, ну чё, погнали, пацаны. Опять пешком. Правда, есть быстрый переход, но куда мы перейдем, вот вопрос. Так, нам надо вообще вот сюда етить, колотить, опять хреначить, а? Кирдык. И... Можно дойти, конечно, до тайника вот сюда вот. Да, пацаны. Но здесь тоже какое-то захолустье вообще тусклое. Есть ли туда смысл вообще идти? Может, вот сюда? Я так понимаю, это логово барона, да? Давайте до него, наверное, гайс. Погнали сюда. Пойдем потихоньку, что делать? Вот такая у нас сегодня серия, гайс. Серия про ходьбу в Ведьмаке. Так ее и назовем, пожалуй. 500 шагов. А, не, 400. До метки 400. 450. А, вон, я уже вижу. Я уже вижу строение. Блин, я надеюсь, сейчас меня там не размотают за то, что я его бандитов положил. Но они как бы сами начали залупаться. Я просто хотел... Я подошел, просто хотел побазарить, там, чё к чему, там, за жизнь узнать, как там обстановка на дорогах, так сказать. Меня сразу же начали нагибать. Ну, чё это? Это разве гостеприимство? Блин, я еще не могу запомнить знаки. Игни, да, Игни огонек. Так, надеюсь, на этих болотах меня не положат. Какие-нибудь эти наникины там, или как их там, блин, называют. Нанайцы. И топь меня не засосет здесь. Будем надеяться на лучшее, что. Шлындаем потихоньку. Эх, болото. Родные ведьмачьи болота. Какая красота, пацаны. Там еще и травка вон какая-то растет, красненькая. Блин, там эти тусуются, дебилы. Так, в пень дырявый, надо их обходить. А то нагнут. Давай, поплыли, дорогой. Блин, плывет он гораздо быстрее, чем ходит. Надо было занырнуть, там какая-то трава была. Но я боюсь, что мы потонем. С такой снарягой, с таким перегрузом. Пойдем ко дну. Цветок двоерога. Ну окей. Цветок двоерога, так цветок двоерога. Ну, отлично, 250 шагов осталось. Скоро дойдем, гайс, скоро дойдем. Лут не брошу.
даже не просите. Лут надо продать и все проиграть в карты. В Гвинтецкий. Так, еще какая-то трава-мурава. Возьмем. Пригодится что. Блин, там гнездо чудовища. Ё-моё, ща как понавылазят дебилы какие-нибудь. Или что, или размотаем, пацаны. Как вы считаете, бомбочки у нас есть? В принципе. Можно сразу его уничтожить. Давайте попробуем, гайс. Гнездо гулей, надо его уничтожить. Давай. Отлично. А вон и гуль к 100. Два. Найс. Да сука! Грома бахнем. Сука! Блять! Пидор гнойный, а. Ублюдок вонючий. Гуль. Гуль, 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 гуль. Сволочь. Треклятая. Но ща я вас все равно размотаю, ублюдки. Так, погнали, пацаны. Так, давайте, короче, сначала их размотаем. А потом... Давай, иди сюда, дядь. Отвали, козел. Валим, валим. Найс. Вареник. Геральт, вареник жри. Еще вареник. Какой-то предводитель гулей, блин. Сука. Кританул, походу. Ну чё, мы бомжи еще, пацаны. Мы еще бомжи. Поэтому все так грустно, гайс. Ща попробуем их по одному овнить. Гнусный же ты. Да сука! Бля, вареник! Вареник и гром! Сука, да и откуда они, блядь? Зажали, падлы! Найс. Ах ты, сука, откуда ты вышел? Говно, блядь. Найс. Блин, сколько мы грома выпили, офигеть. Я, по ходу дела, мискликал. Говно паршивое. Ну ладно, экспы зато поднабили маленько. В
гнездо гулей, надо его уничтожить. Давно пора этих ублюдков нафиг вынести. Отлично. Бам нафиг. Сколько людей, блин, пострадало от этих упырей. Так, ну с них не залутаешься, да? Все, ладно, погнали к барону. Сейчас засейвимся. И продолжите. Пошлите, пацаны. И хлебушка похаваем. Восстановимся маленько. Ну, грома мы, конечно, выпили овер до хрена. Ну да, я по ходу дела прям мискликал очень, очень часто. И вот результат. Так. Возьмем. Травка-муравка нужна, пацаны. Ух ты ж, ё, до этого барона еще чапать и чапать, а. Ну ничего, мы дойдем, пацаны, мы дойдем, обязательно дойдем. Где у него там вход-то вообще в его владение? Где-то здесь, наверное, да? По ходу дела. Ну чё, поплывем. Здесь везде чистокол, вряд ли мы прощимимся. Давай, Геральт, поплыли. Ходьба и плавание, ходьба и плавание, чё? Так, здесь что, не защимимся? Не, вряд ли. Вряд ли. Везде чистокол, блин. Всякая хрень. Да ё-моё, где вход в его этот... В его апартамент, это в дворец его великий. Так, хлебушка съешь еще. А, вон, кажись, мост, да? Ну или что-то типа моста. Ох, да, пацаны. Ходьбы в этой серии овер до хрена. Но зато мы лутецкие не бросаем. Ща как раз продадимся. Ё-моё, чё будет, а? Так, понятно, здесь мы тоже не войдем, да? Хорошо окопался кровавый барон. Ну тут, наверное, также чистокол. Нам надо вот на мост и уже по мосту. Уже по мосту заходить. Давай, давай, Геральт, греби, греби. Геральт из Ривии. Эх, где моя плотва бедная? Осталась где-то в яме, в дикой какой-то там, с бандюгами. Ну, хотя бандюгов мы перебили, но все равно. Так, солдат барона. Короче, пацаны, давайте сойванемся. То ща как меня размотают. Дай, сука, себя обработать, как новиградские девки. Чего удивляться? Здравствуйте. Здравствуйте. Взялся-то этот ведьмак. Здравствуйте. Хочешь, понятно.
Они на нас никак не реагируют, так что идем, пацаны. Врываемся во владение барона. Хлебушек скушай, Геральт, дорогой. Жена кровавого барона, ну и дочка, да? Угу. Так, где? Где тут у вас кровавый барон? Мастер Ведьмак, недалеко от Подлесья, в гротах эльских погостов. Тьма тьмущая, чудища. Ладно, разберемся, не ссы. Здорово, купец! Самогону желаете? Постного сыру. О, постного сыру я поел. Много, но все отлично. Да мне бы распродаться, дружище. Так, покажи мне свои товары. Покажи мне свои товары. Ну да, денег у него тоже не густо. Картишки есть гвинтецкие. Это неплохо. Так, пацаны, знаете что? Давайте-ка мы сделаем следующим образом. Давай, ты пока будь здоров. Будь здоров. Дружище. Ой. Не туда нажал, мискликнул. Так. Ну слушайте, 42-52 это вот прям лучшее, по-моему. Лучшее, что может быть, да? С топором как-то не очень. Мы его просто попробуем починить. А есть ли здесь вообще у кого чинить-то? Ну-ка, давайте чекнем. Да хызы вообще. Блин. Так, ну давайте оставим один самогону этот. Желаете? Поздного сыру. Один товар топорик оставим, немного, короче. А остальное все сольем. Покажи мне свои товары. Я просто не знаю, есть ли здесь кто-то еще, кто занимается торгашеством. Так, продать. Ну он покупает, естественно, за копейки. Тихо. Блять. Я что-то продал не то, по-моему, да? Сука. Подождите, пацаны. Я что-то какую-то херню сделал сейчас только что. Или нет? Да ёптать. Да нет, вроде все окей. Два броня, а у нас 11, ну понятно. Нет, вроде все окей. Вроде все окей. Самогону желаете? Постного сыру. Товар у меня немного, но все отличное. Давай, заканчивай диалог. Покажи мне свой товар. И давай торговать. Так, ну, я думаю, вот это можно все продать, да? Нахрена мне этот дуплет придворного? Охотничьи сапоги, ладно, оставь пока. Это продай. Это продай. 4 броня. Надо чекнуть тоже. Это чё? Ладно, посмотрим. Так. Продать. 50-62. Нифига себе. Слушайте, неплохо. Оставим его. Продать. Блин, несмотря на то, что он все покупает прям вообще за дешман, у нас настолько дохрена лута, что у него даже денег, наверное, не хватит. Короче, пошел-ка он в жопу, наверное, да, пацаны? Так, огненный скорпион, фракция Нильфград. Альбрых. Но у него чисто нильфовские карты, насколько я понимаю, да? Ладно. Пока все. Че, в гвинт? Да не, пошел он в жопу с своим гвинтом. Будь здоров, чувак. Все, мы можем бегать. Немножко распродались, это уже радует. Теперь бы нам еще... Да ну тебя. Я вздохнуть не
кузнеца какого-нибудь бы найти, который нам снарягу починит. Здесь есть вообще кузнец? Нет, только какие-то пожилые люди там всякие. Мальчик. Зеленая плесень. Ну возьмем, вдруг пригодится, пацаны. Так, ага. Старушка. У опушки. А чё, у него нету никого, что ли, типа кузнеца какого-нибудь там или еще чё? Только купец и все? Чё за фигня? Так, врываемся, пацаны. К барону в гости. Здорово, мужики! Понятно. А, чё, нас не пустят, что ли, йоу? Да, по ходу дела пока что нам путь туда заказан, да? Ребят, откройте дверь. Да. Так, стопы тогда. А как тогда здесь тайник может быть? Ну да, тайник у него там непосредственно. Бронник здесь есть. Но оно все там, а? А как сюда войти? Или мы пока этого не можем априори сделать? Ребят, пустите меня! Так, говорить они со мной не хотят тоже, да? Так, ну, наверное, еще время не пришло. Наверное, еще время не пришло, пацаны. Чё за хата? Есть кто живой? Йоу. Так, ну если никого нет, то надо что-нибудь пиздануть. Я думаю, так. Отлично. Так, короче, к барону пока путь заказан. Понятно. Так, человек, ты будешь со мной разговаривать? Мак. Я. У вас в руках такое ремесло, что нынче говорят. Не разорваться же мне. Понятно. Ну что там? Да ничего. Слушайте, а может уже просто это, поздно, типа? Давайте, наверное, помедитируем. Здесь достаточно безопасно. Ну, там, не знаю, до 10 часов. Попробуем. Посидеть, попердеть. Угу. Ну и теперь давайте попробуем прорваться к нему туда. Может, он вечером не принимает? Пацана сбили. Да не отвернулись от вас боги, все нормально. Нет, закрыто по-прежнему, гайс. Нельзя к ним пройти. Понятно. Сука. Сам ты, сука. Понятно. Звонок, может, здесь есть какой-нибудь колокольчик, типа. Не, ни хрена, пацаны. Так. Так, что там по перчаткам к 100? 5 броня. 4. 4. 5. Охотничьи перчатки. Сопротивление ударному и рубящему. Да не, у нас-то получше будет. Ну все, пошли, чё. Говнюк. Сам говнюк. Так, блин, хочется очень прорваться туда на самом деле.
Жаль. Жаль, что нельзя. Ну, пойдемте вопросы позакрываем. Ну, а что делать-то, ё-моё? По сюжетке пока идти я смысла не вижу особого, если честно. Ну, то есть надо немного подкачаться. Мы бомжи, реально. Просто вообще кончелыжники. Давайте хоть немножечко подкачаемся. Может, какие-нибудь побочечки сейчас повыполняем. Типа там детишек вылечить от какой-нибудь хвори. Ну и чё? Понятно, бля. Лошадь дверь не умеет открывать. Так. Она просто как Иисус сквозь стены прошла. Да. Плотва, она у меня такая. Сейчас немного подкачаемся, повыполняем там каких-нибудь побочек. Ну и потом, собственно говоря, уже пойдем по сюжеточке. Вопросики маленько позакрываем. Ну да, к нему хрен прорвешься, короче. Видимо, пока еще время не пришло. Пока еще рано, пацаны. Пока еще рано. Так, что там? Куда надо рулить-то, ё-моё? А, гули, да? Здорово, пацаны. Чё как? Так, ошеломление? Какое, блин, ошеломление еще нафиг? Я хотел огонек. Сука. Найс. Так, водички надо бахнуть. Ну давайте, давайте. Сука. Ох, ни хрена ж себе. Вот это бабахнуло. Я даже и не заметил, если честно. Гнездо гулей, надо его уничтожить. Обязательно, где оно? Уничтожить. Блин, а я не помню, мы с того гнезда вообще лут взяли. Найс. Ах, опять, блин, людей покалечили. Ну как покалечили? Умертвили, короче говоря. Так, ладно, здесь вроде все, да? Так. Сыванемся, пацаны. Что еще там есть у нас? Так, ну вот здесь знак вопроса какой-то. Давайте сюда причешем. Погнали. Тут бандосы, короче. Сука. Блин. Ох, нифига себе. Вот это размотали, гайс. Вот это размотали. Ну, я говорю, мы бомжи еще вообще конченые. Просто кончелыжники. Можно, конечно, попробовать использовать этот защитный знак, типа. Но мне кажется, огонь эффективнее действует. Так-то, в общем-то, мы неплохо разматываем. В целом. В целом и общем. Так, погнали. Погнали, пацаны. Так, давайте хлебушка похаваем. Еще какая-то тут хрень. Так, мы теперь пьяненькие, да? Так, а что там у нас вообще есть из хавчика-то?
Где хавчик? Ага, хавчика-то и нету. Да. Слушайте, может, бомбочкой в них кинуть, а, пацаны? Ну, что-то бомбочка не кидается. Странно. Или она только в режиме боя кидается? Нет, нифига. Ух ты, сука, нифига зарядил. Так, все, гром, короче, и погнал. Ах ты, охренеть, а. Нападай, урод, блин. Я хочу вас по одному вынести. Козлов. Жалкое зрелище. Сука. Бахни. Пьяненькие будем сражаться. Сука. Найс. Так, чё? Стрелять научился, да? Да я боярки выпил нафиг, мне по барабану. Сука, он даже подойти не дает, ублюдок, а. Гори, урод, блин. Сейчас ты пожалеешь об этом. Найс. Так, чё там? Чё там у него мешочек? Найс. Вот и чертежик. Так, что у вас тут есть, пацаны? Да ни хрена у вас что-то тут нету. Нет, вот что-то есть. Бутылка воды. Бутылка воды, неплохо, пацаны. Нам реально эти бутылки воды сейчас просто как воздух нужны. Как бы странно это ни звучало. Ну и все, что ли? Походу дела все. Больше тут ни хрена нет. Да. Ладно, ладно. И на этом, как говорится, спасибо. Так, ну мы опять перегружены, да? Да. Есть такое дело, гайз. Ого. Неплохой топорик. Необходимый уровень 5, правда. Ну вот тоже ничего. А, ну у нас такое и есть, я понял. Да, пацаны. И выбросить-то нечего. И чё, опять пешком хреначишь, что ли? Чё-то мне не улыбается вообще. Ну, хотя тут барон недалеко. Тащим-то. Да ладно, хер с ним, давайте что-нибудь выкинем. Так, ща. Ща, пацаны. Ну, короче, пару мечей можно слить. Пару мечей можно слить просто вот так. Вот и все. И найс. Так, ладно, давайте посмотрим, что там у нас по заданиям. Так, ну, сюда еще рано. Дополнительные давайте посмотрим. Блин, дикое сердце, ну тоже до хрена. Ведьмачьи заказы. 33. Офигеть, пацаны, да мы бомжи просто. Капец. Ну, как бы... Ну, как бы нет, чё. Так, я думаю, чё, гайс, надо, короче, всё распродавать. А, совершенно насрать, что этот хрен платит копейки. Надо продавать, ещё налутаем.
Ну и потом, как продадим, надо... Сейчас распродадимся, короче, и пойдем вопросы закрывать, что качаться. Ну потому что... Тихо, дорогая. Пошла. Пошла, блин. Давай, давай, погнали. Потому что, как вы видите, здесь надобно быть попрокаченней. Самогону желаете? Давай, давай. Самогону и все остальное сейчас. Покажи мне свои товары. Давай, дружище. Так, ну что, сливаемся, короче, я думаю, да? Продать. Это что такое? Составной болт, ну, естественно, оставим. Продать. Факел пусть будет. Так. Продать. Блин, зря мы продали его. Там. Неплохой урон был. Ладно, насрать тащим-то. Так, кожа, рожа, диски, хром. Еда пусть будет пока, месь. Ну, наверное, все, пацаны, чё? Ну да, все получается. Так, а чё? Малый рунный камень. Шанс вызвать рунный камень, свяжите пустой ячейки на мече, чтобы улучшить свойства клинка. Давайте сейчас попробуем, пацаны. Давай, будь здоров. Будь здоров. В гвинт я с тобой пока играть не буду. А, ну на мече, на топор как бы оно не пойдет, да? Так, это чё такое? На снаряжении, чтобы улучшить свойства выбранного предмета. Так, и чё? Бомбы, эликсиры. Ну, тоже нельзя никуда, да. Ну все, чё, сейвимся и дальше. По знакам вопросов пойдем. Так, сейчас помедитируем часочек. Плотва, come to me. Где-то застряла опять. Крестьянин перданул, блин. Быдло невоспитанное. Так, чё, куда направимся, guys? Ну, давайте вот сюда. Но здесь, скорее всего, кинтети опять, блин. Дегенераты, как их там? Вперед, плотва! Нанки или наникины, или наны, или... Как их там называют, ну? Так, ну вот еще какой-то... Сразиться с тобой? Ну давай, что, попробуем. Ронвит из малого лога. Здорово, дружище. Сойдемся в поединке. Ты что, дебил, что ли? Ты сначала с собственными сапогами сойдись, недомер. В натуре. Выходи, говорю. Я Ронвит из малого луга, связанный с священным обетом. Сочувствую. Что ради прекраснейшей девы ягодки 100 рыцарских поединков проведу. Обнажи свой меч как можно скорее, ибо я спешу. У меня еще 99 боев останется. Ну ты дегенерат, чувак. Так, почему ты хочешь со мной драться? А ну, видно же, что он это, ну, недалекий. Я к твоей деве ягодке никакого неуважения не проявил. Хм. Так признай же, что дева ягодка всех дев на свете краше. Я же ее в глаза не видел. Ага, не хочешь?
Такое оскорбление можно смыть только кровью. Не, ну он реально дегенерат, пацаны. Все? Все, все, пощады, ну так что, пощады. Хватит с тебя. В этот раз тебе повезло. Ну, когда мы сойдемся снова? У него еще волосы горят. В следующий раз тебя убью. Если еще раз поднимешь на меня руку, убью. Ты так уверен? Каэш. Да. Мы еще посмотрим. Ну да, недалекий парень. Реально. Ну, зато опыта получили. А нам опыт сейчас нужен. Так, так. Так, ладно, чё. Сейвимся. Ой-ой-ой, сейвимся. Ну, пошла. Погнали. На вопросик. Да ё-моё. Чё за хрень? Чё он так тупит-то, блин? Чё такое хрустит? Вы слышите этот звук? Какой-то хруст, блин, как будто ветки ломаются. О, вот так красиво, пацаны. Поля, лесочек впереди, кайф. Так, ну и сейчас дегенераты эти выскочат, да? Блять, это что там, дракон какой-то, что ли? Да, по-моему, не особо на него как-то это действуют мои. Ну да, он меня сразу же размотал. Так, понятно, понятно. Понятно, пацаны. К вилохвостам лучше не лезть. По крайней мере, пока. Ну, давайте сюда. Хотя там у него какие-то сокровища. Ну да, это же типа драконьи вроде как. И если я не ошибаюсь, то... у Сапковского ведьмак не трогает всяких вот этих драконьих чертей. Или драконов, или именно вот всех производных от этих драконов. Ну, типа вот этих вилохвостов и прочую нечисть, короче. Могу ошибаться, конечно. Поправьте меня, если что, в комментах. Так, да все, 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 я дальше вплавь. Так, поплыли. Посмотрим, что там нас ждет. Блин, у нас еще и лечилок нет, вот что хреново, пацаны. Без лечилок прям грустно. Новая отметка, военные трофеи, понятно. Ну там хреново гора всяких ублюдонов плавает. Возьмем. Травки возьмем, пацаны. Так чё, это все-таки военные трофеи, что ли, или чё? Ну да, это они. Офигеть. Ну ладно, сейчас будем нырять, а что делать? Так, нырок. Закрыто, нужен ключ. Взять все.
Блин, Геральт, ну не тупи. Сука, там утопец, блядь. Давай, Геральт, давай, родной. Сука, вонючий ублюдок развернул опять меня. Я не могу к этому ящику ебаному подобраться. Забрать. Все, вскрываем, вскрываем. Всплываем, вскрываем, всплываем. Давай, 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 Геральт, давай, родной. Отлично, так, все, валим отсюда нафиг. Текаем, хлопцы. Текаем. Так, ну все, найс. Мы там какой-то клинок подобрали. Ну-ка давайте посмотрим, что это за клинок. Может, что хорошее? О, это найс. Это найс, пацаны. Так, его типа вместо серебряного меча можно использовать, да? Ну, это в смысле есть серебряный меч. Круто, круто, пацаны. Круто, круто, круто. Так, давайте что там, камушков понаставим каких-нибудь. Чё-то одна херня, блядь. Ну, давайте вот это, типа, оглушение. Равновесие. Ну и мощь знаков, наверное. Ну, вот так попробуем. Посмотрим, что из этого получится. Ладно, неплохо, пацаны. Фартануло с этими сокровищами. Так, что еще есть интересного? Так, ну тут рядышком прям совсем. Давайте пробежимся. Что там за дегенераты нас ждут? Под этим знаком вопроса. Лагерь бандитов, понятно, бандосы. Проваливай, покуда ноги и яйца. Оторвать ему яйца! Он колдует! Этот ублюдок колдует! Сука! Никак вы, блядь, не научитесь! В натуре! Согласен здесь полностью! Да, блин, вот это он зарядил. Отлично. Отлично, пацаны. Так, чё, где твой этот? Мешочек с золотом. Куда дел? Падла. Так. Чё, всё, что ли? Больше ничего нету, лута никакого? Да, чё-то как-то хило. Хило, пацаны. Очень хило. Так, ага, сундучок. Неплохо. Чё у вас в сундучке? Так, там был какой-то рунный камень. Ну-ка, давайте глянем. Сила атаки. Во, это пойдёт, пацаны. А, типа снять их нельзя, что ли? Или чё? Ну да, походу дела нельзя. Говно собачье, блин. 81... А, это серебряный меч. Ну да, у нас получше будет наша палица. Ладно, окей. Сыванёмся. Так, а кстати, чё ещё по жратве-то у нас, гайз? Секу. Секу-секу, пацаны. А по жратве у нас них... А, стоп-стоп-стоп, там бутылка воды была. Надо снарядить. Годится. Годится, пацаны, годится.
Но здесь ничего нету, я так понимаю. Так, ладно. Эть, сохранилово. Ладно, ребят, на сегодня хорош. В принципе, неплохо покатали. Ну, хотя не очень, конечно... Не очень много прошли, не очень плодотворно, потому что ходили пешком, плавали там, нас нагибали всякие наникины и прочие хрени, блин. Но тем не менее. Спасибо вам огромное, что были со мной. Не забывайте подписаться на канал. Обязательно прожмите колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Ваше мнение об этой игре, в принципе, жду в комментариях. С удовольствием с вами пообщаюсь. Не забываем также ставить лайк, дизлайк, в зависимости от того, понравилось вам это видео или нет. Ну и всем пока. Удачи и до скорого!